Поэзия, музыка и танец слились воедино. И первично в этом союзе, конечно же, слово. От него пляшут и ноты, и актеры. Стихи советского писателя Юрия Левитанского стали основой для спектакля, его сценария. Каждое стихотворение – отдельная история, и объединяет их не общий сюжет, а общая мысль, прочесть которую сможет даже неискушенный зритель. Жизнь – это наивысшая ценность. Потому особенно символично, что первыми зрителями спектакля в Альметьевске стали врачи. Левитанский – потому что он очень сейчас уже несправедливо немножко забытый поэт. А даже те, кто его помнит, помнят в основном по фильмам. То есть это такой советский налет, который хотелось очень сбить. А тема у него совершенно вне времени и вне пространства, про то, как надо ценить и любить жизнь здесь, сейчас, что она очень быстра, и ее нужно как-то успеть прочувствовать и прожить по-настоящему. Прочувствует и проживет ее и главная героиня спектакля. Ориентиром для зрителя в этом случае тоже служат стихи, но только не они сами, а их прочтение. От черствого монотонного произнесения слов строгим голосом с бумаг. А потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино. До разговора со зрителями с подкатившимися слезами на глазах. Я говорю вам, не надо заламывать руки, хоть вам и кажется небо сегодня с овчиной, ибо я помню, что где-то на сотой странице вы улыбаетесь. Уже после спектакля в разговоре с журналистами зашла речь о главном детище Чулпан Хаматовой – благотворительном фонде «Подари жизнь». Это главный проект, который связывает актрису с Альметьевском и компанией «Татнефть». В прошлом году «Татнефть» перевели 11 миллионов рублей на лечение детей из Татарстана в московских клиниках. Фонд «Подари жизнь». Это большая сумма. И, конечно, когда подключается регион, и он понимает, что это наши дети, и мы не бросим их, и у нас есть возможности помочь там, нашим детям из Татарстана, и они получат шанс выздороветь. Вот. К сожалению, насколько я знаю, вот пока таких вот серьезных, больших совместных проектов, кроме «Татнефти», «Подари жизнь» нет. Актриса выразила надежду, что сотрудничество фонда с «Татнефтью» продолжится, а альметьевские зрители будут ждать новых творческих проектов артистки. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.